среднюю школу номер 104 имени Романа Наумовича Мачульского, что на улице Щедрина, 46А, закрывают на капитальный ремонт. Учебное заведение известно своими достопримечательностями. Мемориальная комната партизанского командира, имя которого носит школа, а также Народный музей боевой славы. Администрация уже почти вывезла все вещи. Ученики и учителя после каникул отправятся в другие учебные заведения. Школа наша имеет богатую историю. Школе 55 лет в этом году исполняется. Школа наша поставлена на капитальный ремонт в этом году. И наши дети пойдут учиться в соседнее учебное заведение, в 34-ю гимназию, 35-ю школу и 95-ю школу. На сегодняшний день в школе обучаются 449 детей. Школа работала в одну смену. Планируем обучаться в две смены после капремонта и, конечно, планируем принять большее количество детей. Капитальный ремонт рассчитан на один календарный год, то есть с июля 2021 года по июнь 2022 года строители планируют выполнить все работы, предусмотренные проектом. По проекту школу ждет модернизация. Это будет утепление фасада, будут заменены оконные проемы, кровля будет новая, спортивная площадка будет современной, появятся места, площадки для изучения правил дорожного движения, появится игровая площадка для деток из начальной школы. Проектом также предусмотрена безбарьерная среда. У нас обучаются детки с особенностями психофизического развития. В данный момент таких деток 37 в школе. Будет современное оснащение, мультиборды. Будет школа оснащена большим количеством телевизоров, проекторов и так далее.